Андрей Александров родился 14 октября 1919 года в деревне Карапсель, ныне Иланского района Красноярского края. Окончил начальную школу, работал в колхозе, стал трактористом Иланской машинно-тракторной станции. В 1939 году Андрей Александров призван в Красную армию. В боях по форсированию Одера 28 и 29 января 1945 года красноармейцам удалось занять плацдарм на левом берегу. 29 января немецкие войска перешли в контратаку в районе подступов к городу Кебен и занятой переправе через Одер. Орудие старшего сержанта Александрова прикрывало шоссейную дорогу, ведущую в город. Прямо на орудие вдоль дороги двигалось до батальона немецкой пехоты один танк и три бронетранспортера. Подпустив противника на 200 метров, командир орудия открыл огонь. Схватка была ожесточенной. Немцы со всех сторон стали обходить орудие. Отослав трех солдат на охрану флангов, Александров сам встал за орудие и вместе с наводчиком продолжал вести огонь. Потеряв до 100 человек убитыми и бронетранспортер, противник не выдержал и стал отходить. Спустя некоторое время появился немецкий танк. Но орудие, уже сменив огневую позицию, было в ожидании. Первый снаряд срикошетил от башни. Второй снаряд попал в ствол орудия танка, после чего танк быстро отошел. В течение дня расчет орудия товарища Александрова отбил 9 контратак, не потеряв ни одного человека из расчета и уничтожив до 150 гитлеровцев. В боях по удержанию плацдарма расчет орудия Александрова уничтожил 3 пулемета, один бронетранспортер подбил один танк. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года старшему сержанту Андрею Степановичу Александрову было присвоено звание Героя Советского Союза.